прошлыми заслугами жить невесело. И нужно уметь вот перерождаться в этом смысле. В качестве примера могу замечательную Ларису Гузееву привести, которая действительно в молодости исполнила совершенно невероятную роль в «Жестоком романсе». Ну, по сути дела, это стало венцом ее карьеры на входе в профессию. Сложно переплюнуть это, сделать еще лучше, чем это было сделано. У нее была совершенно замечательная вот эта внутренняя готовность к новой жизни, к новым достижениям, к новым успехам. Ее интересовала очень психология. Вот. И так она оказалась на телевидении и делает сейчас совершенно другую карьеру. Вот. Не сравнить ее с ее героиней из рязановского фильма. Но при этом она невероятно в ней органична. Это новая, другая жизнь. Поэтому вот нужно быть готовым к тому, чтобы даже если у вас что-то случилось, и что-то было успешно, и сейчас, может быть, не самое лучшее в этом смысле время, это не значит, что у вас все в прошлом. Вы можете, переосмыслив себя, найдя новые интересы, обнаружив новые возможности, начать новую жизнь, которая вполне возможно будет даже круче предыдущей.